Здравствуйте всем. И сейчас я вам покажу телефон Sony Ericsson S500i. Вот он, слайдерный. Сейчас посмотрим, какие у него кнопки. У него вот здесь зарядка вставляется, если видно, вот, да, Sony Ericsson. Вот здесь для карты памяти вход. Так, еще что, вот это вот, здесь вот, если увидеть, вот это тише, громче, делать звук. Так, вот эта вот кнопка, как у всех, вот эта вот черненькая, как у всех Sony Ericsson, выключение. Ну, и в принципе все, сзади батарея вставляется, сейчас посмотрим. Вот вставляется батарея, вот такая вот батарея. Там под низом карточка. Ну и в принципе все. Давайте теперь сейчас я поставлю и посмотрим, что дальше. Так, теперь кнопки. Какие здесь есть кнопки? Кнопки здесь получается, ну мы можем вот так сделать. Вот получается клавиатура. Вот такая вот. Ну, кнопки не очень и маленькие, но не очень и большие, и средние. Вот эта вот кнопка. Это мы можем посмотреть, какие звонки вы последние набирали. Это вот кнопка выйти в меню. Меню еще можно выходить вот этой посередине кнопкой, тоже меню выйти. Тут эта кнопка назад, тут это такая стрелочка. Ну, ее сейчас не видно, но там стрелочка. И ну, давайте зайдем в меню и посмотрим на все меню. И вот мы зашли в меню. Вот у нас смс-ки. Ну, пишутся смс-ки обычно. На всех телефонах ничего интересного. Сверхъестественного тут я не вижу. Не сохранять, конечно же. Давайте посмотрим, как музыка звучит. Это вот плеер. Мы можем посмотреть, как звучит музыка. Вот так вот звучит музыка, очень довольно хорошо звучит в этом телефоне. Да, вот так вот. Так, давайте сейчас посмотрим, как работает камера. Камеру можно здесь нажать, и вот сама камера. Вот. Кстати, да, камера. Тут, конечно, не видно. Вот там вот наверху написано, что камера на 2 мегапикселя. Без автофокуса и без вспышки. Ну, вот так. Так, вообще-то вот здесь заходить в галерею, и здесь мы видим всю музыку. Давайте посмотрим, как видео производится. Ну вот, мы можем посмотреть как видео. Вот так вот видео происходит. Ну, в общем, вот так вот. Так, также здесь можно темы выставлять. Sony Ericsson. Картинки вот можно посмотреть. Стандартные. Ну, в общем, хороший телефончик можно приобрести себе. Давайте сейчас посмотрим по-быстренькому и все, какие здесь есть игры. В играх у нас можно редактировать видео, получается, обрезать, там, вставлять разные, там, все можно, короче, туда вставлять. Вот такое. Даже есть тут Sony Ericsson, можно делать музыку. Ну, это вы знаете, такую замалочку Sony Ericsson. Игры я обещал, я вам сейчас покажу на этом телефоне S50, ой, S500i, S500i. И все, какие здесь есть игры? Первая игра. И не очень интересная эта игра. В этой игре как бы нужно угадывать цифры. Мы ее не будем даже вам показывать. Неинтересная она очень.
Вот это вот игра, кстати, более хорошая. Здесь получается, кто быстрее будет играть в игры. Ну, в игру вот этой. Кто быстрее, компьютер или вы? Ну, компьютер, конечно же, может быть лучше меня, потому что я ее так сильно и не умею играть. И последняя. Еще одна игра и все. А, еще одна игра, это стандарт. Это уже я. Мы закачивали эту игру, так что показывать вам ее смысла нету. Ну, в общем, вот такой телефончик. Sony Ericsson S500i. Вот такой он. Слайдерный. Смотрите мои видео. Увидимся в следующем. Пока.